Бывший фискал Геннадий Козак, который недавно пытался бежать из страны в связи с масштабной спецоперацией ГПУ, имел паспорт гражданина Российской Федерации. Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиус на своей странице в Фейсбуке, бывший замглавы налоговой службы Днепропетровской области собирался вылететь из Борисполя по документам страны-агрессора. Примечательно, что местом прописки Козака значится город Ялта в аннексированном Крыму. Дата регистрации – август прошлого года.